Компания «Казфосфат» обеспечивает бесплатным питанием 5000 сотрудников в сутки. На горячие обеды рабочим ежегодно выделяют более миллиарда тенге. Также компания провела модернизацию столовых в горно-перерабатывающих комплексах «Каратау» и «Чулактау». Вкусный и сытный, а главное, бесплатный обед – дань уважения нелегкому труду заводчан, говорят в компании «Казфосфат». Впервые за почти четверть века сменилась и обстановка в столовых. На их оснащение и ремонт в этом году выделено 135 миллионов тенге. Модернизировано 5 столовых. В этом году нам построили вот новую столовую, завезли полностью новое оборудование, организовали две смены, поэтому питание у нас идет круглосуточное. Сейчас у нас идет комплексный обед, он идет бесплатный. За обед нам платит производство, и наши деньги, получается, в смысле экономили 15-20 тысяч за столовую. С прошлого года бесплатно питаются 3500 рабочих завода «Тараза». Второй месяц горячими обедами обеспечивают почти 1500 сотрудников горнообогатительных комплексов. У 6500 заводчан повысилась заработная плата. В начале года заработная плата рабочих была повышена на 10%. Совсем недавно, в июле, было добавлено еще 10%. Кроме того, в этом году к заработной плате рабочих прибавлено 20%. Промышленный гигант – ежегодный спонсор социальных проектов. В этом году был отремонтирован детский лагерь, где отдыхают сотни жамбылских подростков. Таким образом, компания «Казфосфат» выполняет поручение президента, который призвал крупные предприятия страны внести свой вклад в улучшение социального положения казахстанцев. Марина Золотарева, Мирей Байет, Руслан Ахаттилла, Хабар-24, Жамбылская область.